«Газпром Югра» вышла в полуфинал раунда плей-офф Суперлиги. Накануне в Югорске состоялась решающая пятая игра четвертьфинальной серии с «Синарой» из Екатеринбурга. Уже в первом тайме команды на двоих забили 7 мячей. Газовики хоть и пропустили первыми, но смогли уйти на перерыв с перевесом в 1 гол в свою пользу. Во втором тайме югорчане продолжили забивать и в итоге к концу игры остановились на показателе 9 мячей. Гости улучшили свой показатель всего на 3 мяча. Итог матча 9-6. «Газпром Югра» взяла верх в серии и вышла в полуфинал. Там подопечные Владимира Колесникова сыграют против московского КПРФ. Серия продлится до тех пор, пока одна из команд не одержит 3 победы. Во втором полуфинале встретятся «Ухта» и «Тюмень». Игры начнутся 25 мая.